Заново сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы представляем сегодня программу, которая называется «Джаз Континуо» в классе джазового фортепиано. Меня зовут Евгений Гречищев, я преподаватель, учитель музыки и преподаю джазовое фортепиано. Вот. И сегодня мы представим наш начальный класс. Это ученики музыкальной школы имени Дунаевского, джазового отделения. И от малого до великого, со второго класса по аж восьмой, и даже один будет у нас выпускник прошлогодний, мы представим примерно то, чем мы занимаемся в классе джаза фортепиано. И надеюсь, что это всем будет интересно и поучительно. Надеюсь, это будет достаточно все представительно и интересно для вас. Нам сегодня будут помогать замечательные мои друзья и музыканты Игорь Импольский, барабаны. Пожалуйста. Павел Протасов.
Вот. И наша программа будет состоять, в общем-то, как бы из классного концерта. Я буду объявлять ребят. А в конце, я надеюсь, мы успеем и представим, ну, такую учебную работу, связанную с освоением блюза и так далее. Я хотел бы, ну, во-первых, я бы хотел сказать спасибо огромное этому каналу. Я однажды принимал участие просто как музыкант. Это Крамер ТВ и самому непосредственно нашему Даниилу Борисовичу Крамеру и Михаилу Клюкину. Человек, который, эти два человека вот, задумали вот этот проект. Вот сейчас. И спасибо вам огромное, потому что играет большое количество музыкантов московских. А сегодня мы вот имеем честь представить начальную образовательную часть. То, с чего начинается для многих встреча с музыкой и джазовой музыкой. А вот сюда. Да. Ну, давайте послушаем. Я буду представлять ребят. Вот. И первым номером нашей программы выступит Фролтонов. Второй класс. Он сыграет известнейшую тему, которая называется со сложным названием Дюка Эллингтона «Then I Think to Be». Это знаменитый блюз. Ну, а в джазе блюз как бы это основа основ. И мы к этому еще будем возвращаться, к этому тезису. А пока Фролтонов в сопровождении Игоря Импольского и Павла Протасова сыграет блюз. Thank you.
Ольга Горевая. Слышно меня, да? Я вот не различаю, когда включен. Оля Горевая сыграет нам джазовый тоже стандарт, знаменитую песню Бобби Тиммонса, называется «Morning», «Стонущий». Я включу. Я пару слов скажу о названии этого проекта «Джаз Континуум». Вот. У нас есть такие вот тетрадки рабочие, и они называются «Джаз Континуум». Ну, для музыкантов понятно, что это такое обращение к классическому термину «басса континуум». Это в музыке, все, что это в музыке, это то область, которая связана с гармонией. С гармонией и ее связью с мелодией. То есть это вся область, которая для нас, пианистов джаза, самая-самая такая вот основная. То есть мы занимаемся гармонией, импровизацией, фактурами этих гармоний, и как из этих гармоний возникают
вот эти мелодии, которые джазмены вот импровизируют, используют в своих аранжировках, всяких разных мелодий, самых знаменитых. Вот. Это вот такое название, джаз-кантина. Мне кажется, оно удачное. То есть непрерывный джаз. Сейчас Всеволод Кузин исполнит, ну, может быть, самую знаменитую, ну, одну из самых знаменитых мелодий джаза, которую написал Хуан Тизол и был исполнен великим оркестром Дюка Эллингтона. Это называется «Караван». Вот «Караван». Thank you.
Всеволод Кузин. Веня Нургалеев сыграет нам сейчас. Он сыграет две пьесы. Одна называется «Little Boat», «Маленькая лодочка» Антония Карлса Жабима, и блюзовая ронда «Аля Турк» Дэйва Брубака. Сыграть соло. Веня, вот он сейчас появится. «Little Boat». Thank you.
Сейчас. Это было блюзовая ронда Дэйва Брубака. Я хочу сказать, что сегодня играют вот из нашего класса школьники. Вот. Единственное, уже вот закончившая школу сейчас будет играть Лада Любарская. А закончила в прошлом году, да? Или уже, да, позапрошлом уже. Сейчас научно в академическом училище, на классике. Вот. И я хочу сказать, что большое место у нас, кроме всего прочего, в репертуаре занимает место Чикария. Замечательный, знаменитый музыкант и пианист. Вот. И его альбом «Children's Song», то есть детские песни, или точнее песни детей. Вот. И Лада, она героически выучила этот сборник. Они технически совершенно, сейчас вы услышите, не очень детские, и требуют действительно отличной фортепианной подготовки. Вот. Но она сыграла уже целиком этот цикл в двух концертах. И вот именно на этой сцене совсем недавно, 9 мая, она сыграла концерт из этих циклов, из песен, и, включая свои некоторые произведения. Вот. Это был совершенно замечательный концерт. И еще я хочу сказать, конечно, что в этом году Чикария ушел из жизни в феврале месяце. И, в общем, много, понятное дело, что это такая глыба в фортепианном джазе, поэтому так как бы остановился на этом. Вот. И вот эти его сочинения, связанные с детством, написанные для детей и о детях, конечно, вот в рамках нашей музыкальной школы вполне себе актуальный, замечательный. Этот цикл мы будем сюда да, играть, и на нем учимся, там очень много интересных вещей. И с точки зрения вообще вот ритма, потому что джаз, понятное дело, это ритм, вот какая-то связь между предыдущим, то, что Венни играл пьесы, это блюзовая ронда Дэйва Брубака, это был тот период, ансамбль и сам Дэйв Брубак, они приступили к изучению и попытке играть в нечетных, сложных. Ведь это произведение, между прочим, оно звучало, если кто не заметил, в 9 восьмых. И мало того, что 9 восьмых, там это такой размер. И там он все время переходит, там 1/8, она группируется в разные доли, и там все время все по-разному. И вот эту область, вот метр ритмических всяких внутренних изменений, модуляций, вот не даст соврать Игорь, вот эти очень сложные вещи, которыми джаз подступил уже чуть позже, и вот сейчас Чикария, он, это типичная такая область сочетания вот игры на 2, на 3, и вот это такая танцевальность и скрытые вот эти, это очень тонкие вещи, которые джазмены очень любят и применяют в своей музыке. Лада Любарская и сыграет две пьесы из цикла Children's Song, пожалуйста, на рояле, вот на рояле. Вот. Это песенка 6-я и не 20-я. Последняя не 19-я. 20-я. Thank you.
Ну, джаз, он, видите, какой он многообразный, стилистический во всех смыслах. Только на одном только фортепиано. Вот. Но все-таки, находясь, как мы с вами находимся в классе музыкальной школы, конечно, основа основ – это классика. И джазовая классика, изучение джазовых стандартов, азов аранжировки, азов импровизации, первое прикосновение к представлению о гармониях, о гаммах, специфических джазовых звукорядах. Это все сопровождает. И вот мы в конце, сейчас еще один у нас есть исполнитель, Павел Голубчик. Он исполнит не менее знаменитую джазовую, не менее чем «Караван», который исполнил Сева Кузин, знаменитую мелодию, которая называется «Осенние листья». И в конце мы немножко в виде такого маленького джема покажем упражнение по импровизации, которое все вместе поиграем. Итак, Павел Голубчик и его версия джазового стандарта Владимира Косма «Осенние листья».
Стоп. Замечательные, прекрасные осенние листья. И это мелодия, которая выдержала миллиард версий, исполнений. И вот только что еще одно. И она будет всегда звучать и украшать нашу жизнь. А мы закончим. Давайте таким джем-сэшн, но учебного плана. Все-таки мы с вами в школе находимся. Я приглашаю всех наших участников сюда. А где Сева? Всеволод, ты где там? Ну давайте попробуем сыграть. Мы сыграем такое упражнение по импровизации. В основе у него будет блюз. Все поучаствуем. И блюз, мелодия, мы возьмем, это знаменитая такая тема. Но она играется обычно быстрее, но это великий такой джазовый трубач Клиффорд Браун. Называется «Блюзовая прогулка», «Блюзвок». Это такая у нас учебная тема, на которой мы там всяко-всяко занимаемся импровизацией. Вот, ну вы услышите, каждый поиграет по два квадратика. Вот, и я начну, сыграю мелодию. Сейчас все увидите. И каждый попробует поиграть. И какие задачи, сейчас объяснять, наверное, не имеет смысла, но какие-то гаммы, какие-то лады, какие-то навыки, какие-то приемы, которые мы изучаем в вопросах гармонии, фразировки, гармонии, ритма. И каждый попробует это все сыграть, поимпровизировать, а мы с вами посмотрим, что получится. Да? Еще раз я представлю, так как мы завершаем. Ладно, потом всех представлю. Итак, тема «Блюзовая прогулка». Начинаем. Thank you.
мы практически закончили. Единственное, что возникла идея. Сейчас, Паша, ну, если вы заметили, на сцене не только рояль играл, еще два инструмента. Игорь Ямпольский — барабаны, и Павел Протасов на контрабасе. Вот. И, конечно, это трио, это ансамбль, и в джазе и мы это занимаемся, и играем в два рояля. Все, конец. Или сюда смотреть. Что значит это? А, я понял. А, маленькая как бы иллюстрация в игры в фортепианном трио. Сейчас то же самое упражнение, как его можно использовать для ощущения в игре в ансамбле. Паша поиграет так называемый по 4. То есть 4 такта он играет, 4 такта Игорь сыграет. Вот. Готовы? По 4 через барабаны. Давайте. Этим чудесным домажорным аккордом мы завершаем наш показ нашей жизни в классе джаза фортепиано. Дайте я приглашу все-таки наших всех исполнителей на сцену. Мы всех, все вас поприветствуем отсюда. Я еще раз всех представлю. Всеволод Кузин. Да, я, кстати, хочу сказать, что вот мы начали играть с моей пьесы. Их у меня очень мало. 10 штук. Они очень короткие. 10. Мне 60 лет. Всеволод их сочинил уже 60 в свои 7. Так что, да, это настоящий композитор. И в этом смысле я хочу сказать, кстати, что Лада пишет замечательную музыку, уже играет в концертах. Паша Голубчик, у него там целый, ну, то есть настоящий совершенно композитор, и джазовый, и не джазовый. Вот. И, в общем, все немножко, как я говорю, что проводя какое-то время за фортепиано, чего-нибудь все-таки сочинишь. Это, в общем, в большей степени обо мне. Но вот и обычно все что-нибудь пишут. И я всех, конечно, призываю сочинять музыку. Даже, может, не ждать вдохновения, просто сесть и сочинить что-нибудь. Вот, это очень полезное занятие. Всеволод Кузин. Фрол Тонов. Тоже что-нибудь сочиняет, наверное. Ну ладно, сейчас не буду. Вениамин Нургалеев. В бабочке. Ольга Горевая. Лада Любарская. И Павел Голубчик. Это вот, в общем, довольно не такая начальная, не самая большая часть нашего класса. Там дальше у нас есть и студенты, и все. Ну, вчера вот Лада уже поступила, правда, не на джаз. Вернее, она поступила, но пошла все-таки в классику. Вот Паша, я надеюсь, продолжит джаз-образование. Он в этом году оканчивает школу нашу. Итак, всем спасибо. Вот все смотрим вот в эту камеру. Вот та самая камера. Спасибо Даниилу Борисовичу Храмову, спасибо Михаилу Клюкину. Эти люди, которые поддерживают эти проекты, и в нашем случае это образовательный проект, вдвойне ценно и замечательно. Надеюсь, и до скорых встреч. Ну что, слушайте джаз, приходите в клуб Козлова, в клуб СС. Слушайте замечательную джазовую музыку. Она очень хорошая, добрая и хорошая, короче. И грустная, и веселая. Я хотел сказать веселая. Есть и грустная, конечно. Замечательная музыка джаз. Спасибо большое. До свидания.